играли против сильного соперника. В команде много игроков, которые понюхали НХЛ. И это видно там по поведению игры. Ну, хочу сказать все равно про своих ребят, что они молодцы. Да, там первый гол нелепый, там отскок. Потом там чуть-чуть, Данька чуть-чуть неуверенно сыграл. Мы на Мишу заменили. И даже при счете 0-4 ребята не сломались. И продолжали биться, насколько могли играть. Ну, я скажу, что сегодняшняя игра, особенно третий период, ребята молодцы, показали такой характер, не развалились, и третий период мы выиграли 2-1. Какие вы слова нашли при 0-4, что команда? Не, ну мы немножко поменяли тактику, сказали ребятам, ну над вами ничего не давлеет, выходите, играйте, и вот вы же видели в третьем периоде, какие были красивые контратаки, и тоже много голов не забили. И, конечно, Мишка Шевчук молодец, подтащил. Ну, растем, набираемся опыта. Ребята молодцы. И вот главный спонсор команды «Руана», посмотрев сегодняшний матч, сказал, что если мы так дальше будем работать и прогрессировать, то через 3 года это будет боевой состав, который покажет приличный уровень здесь, на Интерконтинентальном кубке. Почему сегодня не играл нападающий сборной Украины Кременчук Юрий Петренко? У него травма. Я понял. Атмосфера сама. Не, атмосфера очень приятная, играть при таких трибунах. Болельщики поддерживали и, ну, свою команду, и нас поддерживали. Очень приятно. Я скажу, что здесь мы не ощущаем никакого дискомфорта, только ну, почти как дома, почти как при своих трибунах в Кременчуге. Ну, теоретически еще Кременчук сохранил шансы, но надо очень много шайб, там 5 или 6, еще не считал, забрасывать в ворота Тихи. Ну, посмотрим, вот, очень серьезные соперники. Сегодня показал Тихи, ну, со своей игрой с Солигорском. Что да, Солигорск владел преимуществом, но две как бы ошибки, и Тихий выиграл. Ну, видите, они оборону держат. Ну, чуть-чуть, конечно, Шахтеру не повезло. Ну, будем настраивать завтра на победу. Как оно получится, вы же сами знаете, хоккей есть хоккей. Тут. Ну, если сравнить первую и вторую игру, вот какие аналогии можно провести? Ну, я скажу, что после первой игры ребята уже начали больше держать шайбу, уже нету таких нелепых отбросов, потому что понятно, что давлеет команды соперников на это. Ну, сегодняшний матч уже на наших ребят было приятно смотреть. Спасибо.